Рабочие завода «Инмарко» в Омске угрожают остановить производство. В 30-градусный мороз сотрудники крупнейшего в Сибири хладокомбината вышли на пикет. Требовали повышения зарплаты. Средний уровень заработка укладчиков или аппаратчиков участка, по их словам, около 17 тысяч рублей. Индексацию хоть и проводят, говорят рабочие, но каждый раз цифры существенно меньше инфляции. Последний раз, как утверждают люди, зарплату повысили на 6%. При этом среднегодовая инфляция составила 12%. Персонал на предприятии сокращают. Растущее недовольство может стать причиной очередной забастовки. Производство встанет, прилавки с мороженым «Инмарко» могут опустеть по всему Сибирскому федеральному округу. У меня жена бригадир по точной линии. И в течение месяца она работала не на одной линии, а сразу на двух. Никто ей это время, то, что она там проводила, как бы не оплачивал. Работодатель так не пошел к нам навстречу. Он получает свою выгоду, а зарплату нам так и не поднимает. Мы работаем по 12 часов на конвейере. 12... Темп работы у нас очень увеличился. Рабочие требуют увеличения почасовой оплаты с 90 до 200 рублей. Работодатель гарантирует повышение зарплаты лишь на 9%, то есть на 8 рублей для упаковщиков, аппаратчиков, всех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Аргументируют это тем, что столько же получают рабочие на других предприятиях Омска. Мы учитываем динамику роста рынка заработных плат. И тоже мы не всегда видим, что, например, в этом году были какие-либо существенные повышения заработных плат в Омской области. Мы также смотрим на финансовый результат компании, в частности, в финансовом результате омского предприятия фабрики мороженого.